Европейский суд по правам человека вынес решение в отношении 7 граждан Турции, высланных с территории Молдовы в сентябре прошлого года. Суд установил, что были допущены нарушения ряда статей Конвенции о правах человека и осудил Молдову за нарушение прав иностранных граждан. Таким образом, ЕСПЧ решил, что молдавское правительство должно заплатить 25 тысяч евро каждому гражданину Турции, чьи права были нарушены. Ранее адвокат Виталий Нагачевский заявлял, что ожидает решения не в пользу Республики Молдова, поскольку страна не смогла обеспечить основные права, предусмотренные национальным законодательством и международными договорами. 7 иностранных граждан были высланы утром 6 сентября 2018 года из Молдовы. Служба информации и безопасности заявляла, что они якобы связаны с исламистской группой, в отношении которой были подозрения, что ее члены ведут незаконную деятельность в нескольких странах.